Приехали в Чеченицу. Вход стоит, я так понимаю, 184, да? 89. Это вместе с вечерним шоу, я так понимаю. 184 взрослый. А, 173, вот. А нет, у мексиканцы. 184. Надеюсь, 75 тугликов. Так интересно, а он везде пишет налог и на взрослого. Налог 75, ребенок бесплатно. Переверни вот билеты. Ребенок 0. Вот 0. Да, а мы, нам по 184. Так, а вот налог на него все равно. На налог, мы за него заплатили 75. Я же говорю, что налог все равно на ребенка получается, да. Вечернее шоу стоит 500 498 песо. Вперед! Самая окультуренная и дорогая пирамида в Мексике. Зашли в Чеченицу. Камеру заставили оставить. Чеченица – политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан. Священный город народа Ица. Расположен в 120 километрах к востоку от Мериды. Это понятно. Так, история. Основан, вероятно, около 455 года. Можно я скажу? Да. Саше купили штучку. Вон кинжалы, видел, какие продаются. Хочешь такой себе? Да, мне. Зачем он мне покинул? Когда хлопаешь. А, вот это кряканье такое? Да. Да. Ага. Расскажите, что это? Это футбольное поле. Вернее, поле для игры в мяч. Как они играли это уже? Надо посмотреть, как они играли. Не, просто кольца высоко достаточно. Очень маленькая, это... Здесь 7 полей было, да? Да, 7 полей было здесь. Здесь? Да. Нет, не здесь, а на территории. Но, видимо, это самое сохранившееся. А так раскопали 7 полей.